Прошло 9 дней после сложнейшей операции. Анара Меделова уже разговаривает, сохранено зрение и все двигательные функции. Поступила в тяжелом состоянии с диагнозом злокачественная опухоль головного мозга. Благодаря оперативному решению врачей женщина была прооперирована с помощью новейшего оборудования нейрохирургического микроскопа. Она сейчас себя хорошо чувствует, говорит, общается с нами. Конечно, это для нас было очень радостно, но на сегодняшний день прогноз врачей говорит, что будет хорошо все. ICG программасы, мен ичиндеги мондай артериалдык тамырларды, аневризмалар менен жабыркаган бейтаптарда колдонгонго абдан жакшы шарт түзгөн да. Подобные операции проводились в нацгоспитале и раньше, но теперь с приобретением техники возможности весьма расширились. Более четко видны операбельные места, выделены сосуды, опухоли удаляются полностью. Только вот поступил такой аппарат, показывает нам четкие границы опухоли, сосуды, интраоперационный контроль, это самое главное. И после того нам удается тотальное удаление опухоли. Нейрохирургических операций в год проводится более 1000. Проводя хирургическое вмешательство на головном или спинном мозге или же периферической нервной системе, хирург осуществляет множество манипуляций. Но именно в этой части медицины как никогда требуется уменьшение операционной раны до минимального размера, чтобы предотвратить послеоперационные осложнения. Нейрохирургический микроскоп позволяет проводить операции более точно. Когда оперируют на головной мозг, на позвоночник, там мелкими микроскопами не видно. Там очень тонкие нервы, сосуды, иногда забывают кровотечение и гематоиды. Поэтому это дает нам шанс выживаемости больных увеличивается. И во-первых. Во-вторых, качество оказания медицины улучшается. В-третьих, врачи усовершенствуются, потому что на этом аппарате просто так работать – это очень сложная программа. Это говорят о том, что подтягивает, самообразованием будем заниматься. Это главное. Современное оборудование закуплено на средства доноров на сумму 307 миллионов сомов. Расширяя базу, улучшается качество предоставления медицинских услуг. Надежда Усова, Азамат Кадыртуктоев, АЛАТО-24.